Живу я в этом доме с 1941 года. И вот существуем в этом доме как мухи. Случаются у нас эти истории, у нас вообще, ну как сказать, все мы боимся, у нас этот дом существует как порох, потому что у нас потолки деревянные, и, в общем, как что случается, мы боимся. Слышала ситуация, так как она у нас дом исписан и существует как дом реликвия. Это уже, по-моему, известно всем, я как уже знаю. И вот, что еще можно сказать, я не знаю. Мы, конечно, писали, толкались, ну, с нами никто не, даже... Никаких мер нет у нас. Ой, а управляющая вообще на нас вообще плюнула. Люди проходят под коридором, и мне под головой аж они все, шаги. Пожар, мы боимся очень даже. Вот чуть уже мы прям как эти все. В чем как это, уже я вот с постели скачала быстрее. Дочка говорит, мам, ты только оденься. Хоть плохо, бедно, но оденься. А то я сегодня тоже как раз передачу смотрела, там эти пожары.